Девчоночки, всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Настя, я рада вас их видеть. Всех люблю, кто со мной. Сегодня я решила записать снова видео с распаковками покупочек с распродаж на H&M и ASOS. Я, естественно, не смогла остановиться на одной покупке, но все мы девочки любим распродажи, поэтому немножечко покупочек интересных, обновочек будет сегодня. Оставайтесь со мной, надеюсь, вам понравится мой обзорчик. Пишите мне комментарии, ставьте мне лайки и вперед переодеваться. Итак, девчонки, лот номер один, покупочка номер один. Уже знакомая вам майка сайта H&M, размер XL, вот ее бирка. Красивого такого темного изумрудного цвета из рельефного трикотажа. Мне очень понравилась эта майка в других цветах, я решила дозаказать себе такой красивый зелененький. Не знаю, насколько быстро покроется она катышками, но время покажет. Но на первый взгляд неплохая, красивая, удобная маечка. Покупочка номер два. Это майка, вязаная маечка вот такого формата. Не просвечивает. А, кстати, на видео она выглядит более желтой. На самом деле она имеет, сейчас чуть подальше отойду, более такой красный оттенок. Оттенок, знаете, такого красного кирпича. Приятная вязка, очень мягкая, не колючая. Но в этих майках есть небольшой нюанс. Я заказала два цвета. Вот эта майка с более тонкими бретелями пришла. И немножко по форме вырез... Ну, отличается от такой же модели, но в другом цвете. И пройма здесь, вот комфортное белье не вылазит с этих мест. А вот у модели, которую я следующей покажу, то есть модель та же, цвет другой, у нее более глубокие вырезы под мышками, более широкие бретели, и сама она по себе какая-то более длинная. Девчонки, смотрите, это же майка, абсолютно та же самая модель, но в другом таком желто-горчичном цвете. Вот, обратите внимание на ширину лямок, лямки уже здесь примерно раза в два шире, и вот эти места намного глубже. То есть вот конкретно в этой майке нижнее белье будет полностью все светиться. Так, по качеству она точно такая же, с точно такого же материала. Да, мне кажется, что здесь чуть поглубже вырез идет. И она сама по себе немножко пошире, хотя размер, модель, все абсолютно одинаковое. Вот, это у меня размер L, то есть они достаточно оверсайзовые, так скажем. То есть они на размер, я не знаю, они очень большие. Если вам обычно в H&M XL мала, то здесь будет либо хорошо, либо даже великовато. Эта майка цвет хоть и красивый, но на мне она сидит хуже, чем предыдущий цвет, кирпично-красный. Поэтому эта майка, увы, возврат. Следующая майка также с сайта H&M в размере XL. Что могу сказать про эту майку? Модель для меня лично очень странная. Здесь завязочки регулируются, то есть они полностью развязываются, можно бантик по высоте для себя отрегулировать. Но материал выглядит очень-очень дешево. Он такой, знаете, такой, ну, как дешевая какая-то майка, в которой надо спать. То есть эта вещь, ну, не на выход, мне абсолютно не понравилась эта майка. Выглядит странно, сидит странно, по качеству не очень, и цвет у него как будто, я не знаю, ее уже раз 30 стирали. Майка, это, конечно, полное разочарование, поэтому возврат, возврат. Следующая рубашка также бренда H&M, размер L. XL-очки, к сожалению, не было на распродаже. А рубашка хлопковая, из плотного, не просвечивающего материала. Мне эта рубашка не понравилась тем, что она, во-первых, по форме вот такая вот полукруглая внизу. Я думала, она будет прямая, и можно будет носить ее вторым слоем, но мне как-то не очень этот внизу вырез полукруглый. А также она мне не понравилась тем, что она немножечко колючая. Когда трогаешь руками, она достаточно приятная,
Но когда одеваешь, она неприятно так покалывает. Ну, лично для меня это такой достаточно большой минус. Следующий нюанс. У нее узковатые руки для меня. И мои руки практически в облипку в этой рубашке. Поэтому эта рубашка, к сожалению, тоже возврат. Еще, кстати, она мне не понравилась тем, что она оттенка немножко не такого, как я думала. Она более темная и более такого коричневатого какого-то цвета. Она моему лицу не очень идет. Я думала, оттенок будет более прохладным. Следующими у нас на обзор идут мюли от бренда H&M. Вот такие они в размере 41. Приятные, красивого такого тоже горчично-желтого цвета. Из замши они сделаны. Приятный, интересный дизайн. Я вот очень на них рассчитывала, думала, они мне подойдут. Но, к сожалению, оказались они для меня неудобными. Вот так они выглядят на моих ногах. Мне немножечко не нравится их оттенок, не сочетается как-то с моей кожей, кожа выглядит просто какой-то мертвячей. А мне не нравится, что они внутри какие-то скользкие, что ли, то есть нога вспотеет, эта обувь не дышит. Мне кажется, в них все ноги будут в мозолях. Кроме того, у меня стопа достаточно широкая, и моему пальцу оказалось в них неудобно. Да, еще мне кажется, что у них длинноват нос, и я буду просто загребать. Буду загребать, буду спотыкаться. Ну, в общем, немножечко не моя модель, поэтому тоже, увы, возврат. Следующая покупочка тоже с сайта H&M. Это вот такие вот сандалии. Моделька, девчонки, вообще такая мимимишная просто. Я не знаю, телефон, блин, нифига не передает этот цвет. Они реально ядрено-розовые. Просто ядрено-розовые. Они почему-то на камере такие какие-то высохшие, они очень яркие. Они такие мягкие. Они из какого-то, ну, типа, под замшу сделаны полностью. Они мягкие, такие удобненькие на плоской подошве. На прогулки какие-то. Вообще будет просто огонь. Огнище. Вот я их сейчас померяю. Сейчас я так опа, запихнусь. Не, ну посмотрите. Прелесть ведь. Сверху джинсики одели. Сверху белую рубашечку напялили. Под нее, например, маечку. Ну или просто в белой рубашечке. Какие-нибудь золотишные украшения. Там, беленькую сумочку. Или тоже какую-нибудь яркую. И вообще огонь. Огонь просто. За 600 рублей это... Ай, невероятной красоты шлепочки. Не знаю, конечно, сколько их хватит в плане красоты и чистоты, потому что это вот ткань такая, чисто вот, ну, как на замшу по ощущениям похожа. Но я думаю, что пару раз, и я не знаю, когда будет то ли стирать, то ли что. Но, блин, они такие красивые. Конечно, я их оставлю себе. Посмотрю, как будет в эксплуатации, но цвет просто бомбический. Мягкость, удобство бомбическое, поэтому ни за что их не отдам обратно. Следующий мой возврат от магазина Reserved. Там тоже сейчас проходит распродажа. Тут, короче, не мое, это все муж. Это муж, это не я, честное слово. Моя здесь была только сумка. Сумка тут называется. Она, короче, какого-то очень странного цвета. Ни розового, ни бежевого. Она с какой-то стрёмной, блин, кожи непонятной. Короче, даже разворачивать, мерить не буду, потому что она мне очень не понравилась. И я не хочу даже ее разворачивать. Поэтому, извините, обзора на нее не будет. Она стрёмного цвета. И стрёмная фактура. Би-би-би. Пускай едет домой обратно. Ой, и чуть не забыла вам показать свои аксессуары, которые заказала тоже на ASOS. Сейчас быстренько их померю, вам покажу. Первый из них, естественно, уже на моей шее. Это продавалось одним набором. Здесь идет такая жемчужная... Блин,
как по-умному-то сказать, жемчужная цепь, веревочка. Да черт, ладно. Короче, все продавалось одним набором. Вот такая красота, сейчас померю остальные. So keep me in your sight, 'cause I can do this all night. You can call it what you want, I got something else in mind. Oh, if it's you I've been waiting for, I better make you worth my time. So don't you pay them any mind, close your eyes, follow the Ну и последний наш лот, это шикарный, шикарный бриллиант. Вы посмотрите на эту фантастическую огранку. Как вам такой бриллиантик, а? А это вам не хухры-мухры? Что это за мой юмор? Тоже две цепочки. Одна, вторая. Можно носить вместе, можно по отдельности, как вашей душеньке будет угодно. Можно комбинировать с предыдущими, можно ход все разом надеть. Это, пожалуйста, уровень цыганщины 99 левел тоже возможен. Как говорится, лишь бы вам, девочки, было хорошо, лишь бы вы чувствовали себя красиво и комфортно. Как я вам говорила, девочки, мы что не забываем, что мы самые кто? Красивые. Красивые, да-да-да, не забывайте об этом. И если вам какие-то гады говорят, что вы жирная, страшная, старая и прочее, покажите ему средний палец и пошлите его куда подальше. Вот такой вот бриллиантище просто, девочки. Мне кажется, меня сорока ворона с чайкой втроем вместе соберутся где-нибудь в подворотне и сокрут меня вместе с этим бриллиантом. Ну просто шикарно. Шикарные девочки, шикарные. Любая майка за 199 рублей станет просто лучком на самый пафосный выход с этим бриллиантом. Просто. Простите, минутка юмора. Минутка моего стрёмного юмора. Девчонки, я тут подумала и поняла, что походу выбрала неправильную тактику. Я пока закажу посылку на распродаже, пока она до меня доедет, пока я, блин, соберу, сниму видео, пока его смонтирую, вам уже на распродаже ничего не остается. Вывод какой? Правильно, надо снимать вообще-то про новые коллекции, а не про старые. Поэтому пишите в комментариях, про что вам снять обзор, какие лучки соберем для прогулок, может быть, вечерние, на работу. Пишите, я жду ваших советов. Ну, естественно, на одежде мои обзоры не остановятся. Я все-таки хочу для вас показывать что-то более интересное, чем кроме моих похудений, крыльев и одежды. Поэтому дальше еще будут интересные видео про ремонт в нашей квартире, про приемку нашей квартиры от одной известной крупной компании. Будем вместе с вами делать ремонт, покупать разные клевые штуки в дом. Потому что обустраивать жилище я тоже очень сильно люблю. Я так-то на распродажах порадовала не только себя, но и мужа. Ну что, я ему купила кучу одежды, но он ее примерил по-тихому, разложил по полочкам, по шкафчикам. И все, то, что возврат сказал, возврат. А дальше, поэтому я хотела снять обзор еще и на мужскую, как бы, распаковку. Но, увы и ах, осталась распаковка без обзора. Поэтому мужского обзора не будет, хотя я и его планировала снять. А, девчонки, напишите мне в комментариях, у вас мужья сами одеваются в магазинах, или вы их одеваете, или как у вас это происходит? Я впервые заказала все онлайн для своего мужа, в принципе, ну, 50%, наверное, подошло, 50% мы вернули. Но, в принципе, он остался доволен, хотя он у меня очень и очень привередливый ко всему. К длине брюк, ширине, к высоте, к оттенку. Господи, с ним выбирать что-то, это еще сложнее, чем вообще со мной.
Там еще все хуже, очень-очень сильно. Вот. Поэтому напишите, как у вас мужья, сами одеваются, вы их одеваете, или вообще все равно, что принесете, то и оденут. Очень интересно просто знать про мужскую аудиторию. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующих видео. Жду от вас, девчонки, любой активности, подписки, комментарии, лайки, все что угодно, так как мой канал совсем новый, и каждым своим действием вы помогаете мне развиваться, поддерживаете меня и заставляете двигаться дальше. Поэтому спасибо вам огромное, что вы со мной. До встречи в следующих видео. Пока-пока, красотки!